хороший КВН, конечно, желательно, чтобы побольше команд было смешных, потому что, ну, 2-3 команды вообще не выражают, а сборная капитанов из потолка очень-очень хорошие ребята. Да, как всегда, в принципе, да. Враження найкраще, дуже весело, команди показали гарну гру, тобто, ну, я вболіваю взагалі за збірну капітанів та з команди КВН з потолка, тобто це мої друзі, та, ну, вони показали найкращу гру, але команда «Все включено» також показала гарну гру, і, мабуть, я так рахував, вона третя фіналіст. Студ-кафе слабо. Дуже слабо, так. І інтрига розчарувала. З потолка. Да. Честно сказать, я вообще приехал из Белоруссии, и я первый раз увидел Черниговский КВН. Вообще, КВН в Чернигове. Что вы можете сказать про КВН в Чернигове? Я могу сказать, что очень хорошее, потому что у нас в Гомеле такого КВН нету. Да. Почему ты сегодня не участвовал в КВН? Ну, во-первых, у меня так сложилось по времени, не получилось ни в одной из команд не поиграть в этот раз. Но я недоволен, то есть недоволен. В общем, я доволен жизнью. Я наконец-то побывал на КВН, ну, зрителям. Вот. В целом мне игра понравилась очень даже. Но все равно на сцене как-то веселее, не знаю. Болел, в принципе, за свою кровинушку, за родную команду Студ-кафе. Вот, в принципе, нормально, будем работать дальше. Я думаю, на этом жизнь не заканчивается, но будем стараться дальше. Кто сегодня выступил лучше всех? Наверное, никто. Я считаю, что в этот раз игра была очень ровной. Не считая действительно музыкального конкурса, где все включено, действительно спели лучше всех. Сборная капитанов. Да. И, в принципе, с потолка тоже. Да, хорошие соперники. Тут кафе. В принципе, да. Ну, да. В принципе, год назад то же самое было. Можно больше. Ну, в принципе, они тоже молодцы, стараются. Да, они как хорошо выступают. Несмотря на то, что они еще и учатся, и в КВН играют, так молодцы. Ну, мне сподобалось, але деякі команди були дещо не підготовані, на мій погляд. Ну, наприклад, команда «Інтрига». Я вболіваю за команду з потолка. Мені, в принципі, понравилось. Ви кого боліли? За команду капітанів. А хто вам сьогодні не понравилось? Не показав того уровня, того уровня? Команда «Студ-кафе», наверное. Що не понравилось конкретно? Ну, мені було просто не смішно. Ну, вообще было весело, как бы, но ожидал немножко большего. Ну, я субъективно очень болел, как бы у меня знакомые в команде сборной капитанов, поэтому как бы отдавал им свое предпочтение, но как бы по ходу игры были симпатии к другим командам. На самом деле, последний конкурс, конкурс одной песни, как бы немножко как бы не оправдал мои надежды. Думал, что будет более подготовленный. Ну, я всегда хожу на КВН и болею всегда за капитанов. Считаете, немножко сегодня они меня разочаровали, хотя, в принципе, неплохо. Да, вот последняя песня, немножко они не выучили все, не слаженно они пели. А сегодня меня очень обрадовала команда с потолка.